артист, конечно, умеет создать такую увертюру. И штангу, все правильно, успокоил. Большой мастер, что говорить. Хороший вопрос кто-то задал. Руки-ноги есть, Илюха? Это, видимо, такая тренерская установка своего рода. Опа! И даже в ситуации, когда штанга не покорилась, все равно мы маленький спектакль увидели. Сейчас будет спектакль. Думаю, что сейчас, не, если возьмет, то да. Есть спектакль. Как надо бороться, да? Да. Но надо было, конечно, разозлиться на себя самого за неиспользованный подход. Итак, Ильин завершает на 191 килограмме. Зайчиков 190, 186 у Наниева. Ну, пока Ильин первый. Да, но вот сейчас... Ну, что скажешь? Каждый его выход – это маленький спектакль, да. Я вчера с ним довольно-таки долго беседовал, как бы мне понравился его настрой на эти соревнования, и он убедил меня в том, что он может сегодня поднять очень интересный вес. Очень интересный – это, наверное, 243. Так, смотрим, что. Пока моргают какие-то совершенно не рекордные цифры, 232. Он мне интересную вещь сказал, говорит: Александр Ильич, вы знаете, я ночь не спал, вот уже куражен, поэтому, наверное, я пойду на рекорд. Вот. Проверим это. Так, 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 начинают продавать, продавать эту информацию, начинает судья-информатор. Значит, сейчас закажут уже ночь. Мировой, если слух пошел. 246! Вот это да! Вот это да! Вот это... Я сейчас смотрю на Норика Варданяна, который увидел эти цифры, и так у него глаза чуть из орбит не выскочили. 246. Это рекорд, который в свое время, я не знаю, там, Василий Иванович Алексеев не поднимал, по-моему. Нет, поднимал. Поднимал, поднимал, да, конечно. 60 но, поднимал. Да, но... Другие не поднимали. Нет, когда он шел, когда он вот эти рекорды устанавливал, да, когда вот 240, 246, но это был космос. Вчера мне Илья сказал, говорит о том, что я установлю два рекорда мира в толчке и на сумму. И на сумму. Но я не ожидал, что он пойдет, ну как бы на такой, он на 4 килограмма бьет рекорд мира свой. Очень много. В сумме 236 у Андрея Арамова. 436. 436, да. Ну не авантюра на 4 килограмма сразу к рекордному весу, а? Или настолько вот все-таки живет в нем его величество кураж? Да. Ночь не спал, наверное, это куражился.
Я ему посоветовал, говорю, ты хоть эту ночь поспи немного. Он говорит, не знаю, может тоже кураж будет бить. Если поднимает, он меня не обманул. Невероятно! Невероятно! А? Плюс 4 мировому рекорду. Это фантастика. Потрясающе просто. Просто потрясающе. И 437 в сумме он переписывает мировые рекорды в толчке и в сумме двоеборья. Но это Илья Ильин, дорогие друзья. Что вы хотите? Двукратный олимпийский чемпион. Это фантастический результат. Фантастический. Не обманул. Он не обманул ожиданий всех тех болельщиков тяжелой атлетики Грозницев, которые сегодня пришли в этот зал, дождались потрясающего совершенно мирового рекорда, дождались двух побед российских спортсменов. Да, какая красивая точка поставлена в сегодняшнем дне. Илья Ильин феноменальные килограммы поднял. 437,246. И это во второй попытке, дорогие друзья. Во втором подходе 246. Потрясающе. Ну что, дорогие друзья, у нас с вами получается такая, в общем, не самая плохая картина. Тимур Наниев на третьем месте. Первое место у Ильи Ильина, второе место у Александра Зайчикова. Два спортсмена из Казахстана, один спортсмен из России. Так что сегодня у нас замечательный итог. Я вот сейчас смотрю внимательно на Сергея Сырцова, президента федерации, который показывает мне большой палец. Это значит, что если президент доволен двумя золотыми наградами и бронзой, значит, все хорошо, друзья мои. Ну а Илью Ильина, я думаю, сегодня, сейчас еще долго будут терзать автографами, фотографиями и прочим. Он этого достоин, он это заслужил. Вот давайте еще раз посмотрим за этим сумасшедшим совершенно подходом. С запасом. Да, потрясающий, конечно. Вот это звезда. Вот это звезда, действительно, когда мы очень часто разбрасываемся такого рода терминами, да. Но вот это звезда. И сегодня грозненцам действительно повезло, что вот такое чудо было сотворено на их глазах. Ну что ж, дорогие друзья, на этом позвольте мне подвести итоги первого игрового